Казань славится не только знаменитым белокаменным Кремлем, татарской кухней и яркими народными танцами, но и умением проводить студенческие фестивали. Вот уже в третий раз Казань встречает в своих стенах студентов со всех регионов России на российской студенческой весне. А в этом году к нам приехало более 3000 студентов из, как я уже говорил, 75 регионов. Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы его ведущий Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. И сегодня у нас в студии присутствуют такие делегации из Ставропольского края, Краснодарского, Хабаровский край, Тверская область, ну и, конечно же, Казань. Ну, ребят, вообще любой студент, который приехал на российскую студенческую весну, он уже, по идее, победитель. А что вы конкретно сделали для того, чтобы попасть в делегацию именно своего региона? Давайте. Здравствуйте, город Хабаровск. Изначально просто родились талантливыми, наверное. И очень скромными. Но, правда, а что сказать? Ну, это прозвучало так, вот родились талантливыми, будто в далеком 95-94 году было уже предрешено то, что вот ваш ребенок в 2016 году поедет на 100-весну в Казань. Нет, ну, конечно, все потом достигалось огромным трудом, репетициями до 11 вечера, и вот, в общем, мы здесь. Ну, расскажите, в каком направлении вы выступаете? Вокальный жанр, музыкальное направление, вокальный жанр, народный вокал. Вот. Ну, пиарьтесь дальше, название можете называть. Красные бусы, фолк фьюжн проект «Красные бусы», город Хабаровск. Так. Ставропольский край. Мы представляем делегацию Ставропольского края. Мы вообще очень долго к этому шли, очень долго к этому стремились. В прошлом году не получилось поехать. Поехали в этом. Мы прошли, как я думаю, везде происходит, университетский, городской, краевой этап. И в итоге мы здесь. Мы очень, правда, рады. И, если честно, правда, мы то же самое, соглашусь с девчонками. Репетиции были просто бешеные. Мы целыми днями собирались, не было вообще, в принципе, ни дня покоя, так сказать. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Зачем вы приехали на студвесну? Наверное, в большей части, во-первых, это показать себя, показать, что мы можем, что может Ставропольский край, в данном случае как танцевальное направление, так как я представитель данного направления. Вот, естественно, это познакомиться с ребятами вот как раз из других делегаций. Мы посмотрели, опять же, также региональные программы, и просто вот как Ханты-Мансийск, просто это, кажется, это так далеко, это просто невозможно здесь собраться. Правда, это очень круто. Краснодарский, ура. У нас тут свое есть. Своя атрибутика. Вот. Но у нас история не менее зажигательная, чем у соседей. Мы точно так же долгие годы тренировались, еще больше побеждали в региональных этапах, но по каким-то причинам, к сожалению, не могли участвовать в мероприятиях. Ну, как известно, причины у всех одинаковые тоже. Вот. Они касаются и финансовой, и организационной составляющей. Но в этом году, благодаря чуткому руководству меня, вот, нашлись возможности, и Краснодарский край в лице одного вуза, но в 5 номинациях будет представлять, собственно говоря, уже представил Краснодарский край. Вот так. Молодцы. Хочется вас спросить сразу про, так скажем, конкурентов. Вот с какими регионами вы больше всего как бы конкурируете и думаете, что вот они главные такие ваши соперники, которые могут помешать вам занять там призовое место, например? Вот какие регионы вы такими считаете? Краснодарский край. Мне кажется, что побеждать нужно самого себя в первую очередь, потому что каждый раз, когда мы думаем, что да, у нас все отлично, и тут выходим на сцену и умудряемся не стать в центре, не сказать то, что нужно, и это вообще забыть о том, что что-то репетировалось. Вот, поэтому главное — это победить свой страх, выйти и сгореть на сцене так, чтобы возродиться из пепла. Супер. А вот, Роман, вопрос такой. Возьмем Южный федеральный округ. Вот кто из тех представителей более конкурент Краснодарскому краю? Ну, Южный федеральный университет, конечно, Ростов. Ростовская область. Очень большая делегация, если не ошибаюсь, они свыше 100 человек в этом году привезли. Вот, то есть это как минимум превышает в два
раза заявленные лимиты в 35 человек. Mm-hmm. Вот, поэтому они представляют, насколько я знаю, во всех практически номинациях. Но тут надо маленькую оговорку сделать. Если, допустим, Кубанский госуниверситет, который мы представляем, сокращает количество филиалов, то Южный федеральный университет прирастает другими вузами, которые, соответственно, входят теперь в его состав и составляют в том числе и гордость и славу теперь этого вуза. А ранее это были самостоятельные вузы, которые теперь составляют единый университет. Все равно, лично для меня, для вас, ибо с одного края, ребят, Краснодарский край лучше всех. Спасибо. Ведущий сегодня не предвзят. Ребят, ну вообще расскажите, как проходят студвесны в ваших регионах? Вот насколько, наверное, отличаются они даже от того, что вот сегодня мы видим здесь, в Казани? Ставропольский край. Можно, меня зовут Анна, я руководитель делегации Ставропольского края. Есть ли отличия? Ну и общаясь с другими коллегами из других субъектов, мы понимаем, что студенческая весна, несмотря на то, что есть стереотипы, да, то того и может быть план, как должен проходить этот фестиваль, везде накладывается свой отпечаток, субъектовый, так сказать. У нас на протяжении 24 лет, так же, как и российской, проходит наш краевой фестиваль, тоже 24 года ему было, и в этом году мы максимально приблизились к тому, вот для нас ориентиром была Россия, вот как Россия, вот к этому стремились мы. В этом году нам впервые удалось сделать и конкурсную программу отдельно, и фестивальный момент отдельно, и вот сегодня мы приехали, ну, может быть, на максимально возможный фестиваль, который может быть у нас в субъекте. Поэтому отличия, они однозначно везде есть, но стремиться, ну вот в данном случае мы выбрали, что мы должны стремиться на Россию, для того, чтобы просто упростить себе потом возможно, ну, то есть сделать проще. Мы делаем у себя и просто уже по шаблону, по стандарту ровно так же везем уже на Россию. Мы считаем, что, ну, наверное, это успех, успешно. Вот так. Ну, как у других коллег, это вопрос, да. Ну, у нас, собственно говоря, все проходит, естественно, по единому стандарту, потому что региональные студвесны, они проходят по сетке такой же, как и должна проходить российская студенческая весна центральная. Иначе у нас не было бы единых стандартов по привлечению людей в различные номинации. Естественно, что каждый регион, возможно, разнится в зависимости от того, какие коллективы, скажем, на какие направления наиболее сильный акцент делается. Но в целом все соответствуют этому уровню, и представленные номинации и коллективы, они, естественно, доказывают и как раз то, что российская студенческая весна – это действительно всероссийский фестиваль, и то, что у нас есть уникальная возможность объединиться в едином порыве здесь, в Казани, в Татарстане. Оторваться по полной. Кукурика Мария, Тверская область. И да, я соглашусь, мы тоже буквально пару лет назад отошли от какой-то своей системы и сделали как вот на Всероссии. То есть у нас есть отдельно и номинации по всем жанрам, радио, журналистика, музыкальная, танцевальная, и также региональная программа, причем тоже ее длительность такая же, как на Всероссии 40 минут, то есть не больше. И даже за это очень сильно штрафуют. Если на минуту там больше, уже минус один балл. Хорошо, ребят, ну вообще расскажите о том, что для вас значит студенческая жизнь. Вот вообще вы успеваете работать, учиться, либо вы полностью вот поглощены были вот в сцену, в творчество, и что вам учителя там тоже, ну, преподаватели, ай, ладно, ну, сам активист, все, там тебе зачет, автомат. То есть насколько ваша творческая жизнь вообще влилась? Так, ну, моя ситуация немного, очень, даже не немного, а очень эпичная, да, получается. Давай, сейчас я должен быть дома писать диплом. Ну, я являюсь руководителем студии кавказского танца, вот как раз в Кубанском университете, uh-huh, с Краснодарского края. Вот. Но сам факт того, что я здесь нахожу, я думаю, показывает мое отношение ко всему этому и что для меня важнее всего. Я учусь сам в политехническом университете, работаю в Кубанском университете. То есть, если там узнают, где я сейчас нахожусь, короче, лучше они пускай будут в неведении, что я делаю здесь. Да, вот, мне кажется, зря вы все-таки сюда пришли сегодня. Нет, не зря. Потому что, ну, показывать будут везде. Ничего страшного. Только на этих условиях. Ничего страшного. Нет, имеется в виду имеется в виду преподаватели, которые думают, что он пишет диплом,
а он вместо этого едет и творчеством занимается. Он будет писать в поезде, когда будет ехать, он будет писать, а может быть ночами, да? Ну, так и есть, подтверди, скажи, да, да, я пишу диплом. Да, да. Но вообще-то проблема любых студентов, готовы делать все, что угодно. Говоря, это же действительно большая дилемма. Мы привезли делегацию, в которой есть студенты, которые учатся в аграрном университете, это будущие ветеринары, у нас есть будущие экономисты, бухгалтера, но самое важное, ну вот для нас, например, была проблема привезти сюда студентов-медиков, для которых самое важное выучиться, потому что если они, ну это вот была действительно проблема, потому что они говорят, сейчас мы пропустим, а потом вы придете к врачу, а мы вам скажем, не знаем, как правую руку вылечить. Мы на студвесне были, танцевали. Да, мы на студвесне поем. Давайте я вам лучше спою. И как уговорить проректора или ректора, или как доказать значимость, что именно ваши студенты должны поехать и представить наш край, это действительно большой труд организаторов вот в субъекте, привести не просто, ну ладно, да, там экономист или там, может быть, менеджер догонит, доучит гуманитарий, а как медику взять и на неделю вырваться просто из стен университета. Действительно, это сложно. Поэтому, ну, наверное, большое спасибо. Всегда надо говорить вузам, которые идут на уступки. И, ну вот, мы, например, для себя отметили, что весну делают люди. Поэтому всегда надо по-людски со всеми договариваться, общаться. И даже если это ректор, или там даже если это там представители высших органов власти, нужно объяснять, почему эти студенты должны быть на Всероссийской студенческой весне. Ну, вообще, для меня быть студентом и не знать, что такое студенческая жизнь, это как-то вообще, ну, это обидно. Вот четвертый курс, например, и приходишь на какой-то концерт, и сразу, я не принимала там участие, какая грусть. То есть, не знаю, вот расскажите, в каком периоде вообще, на каком курсе, возможно, вы окунулись во все это студенчество и поняли, что, блин, вот без этого я вообще, ну, никак не могу теперь. Кристина Ганина, Тверская область. Ну, вообще, с первого курса, когда мы только пришли, поступили в университет, перед нами открылись все двери, наверное, которые говорили, вот у нас есть там волонтерская деятельность, у нас есть журналистика, у нас есть танцы, у нас есть вокал, и то есть вам все дороги открыты. Но я постепенно пробовала себя в чем-то и занималась и волонтерством, но вот год назад я пришла все-таки в журналистику, понимая то, что мне это очень нравится, и ни о чем не жалею. И вот я хотела сказать, вчера мы гуляли от театра имени Камала, вот, до улицы Баумана, и я встретила девушку, у нас там было задание по журналистике, мы, естественно, люди достаточно смелые и коммуникабельные, вот, подошли, я подошла к ней и спросила у нее по поводу студенческой весны, по поводу там любимых мест Казани, и она сказала: «А вы студенты, да? На российскую студенческую весну приехали. Ну да, вот цените этот момент, вот это очень клево. Вот я закончила, и вот прям жалею, прям вот не хватает». И я думаю, что да, что это очень ценно, и что, возможно, то, что есть сейчас, это самый, наверное, действительно яркий и ценный момент нашей жизни. Ага, всем привет, меня зовут Нина Читая, ведущая дневников студенческой весны. На самом деле, у нас сегодня было ток-шоу, которое называется «Студия весны», оно проходит в рамках фестиваля, и к нам приходил сегодня мэр. Он также сегодня тоже сказал, что очень по-доброму нам всем завидует, что вот студенческое время – самое прекрасное время. А как началась моя студенческая деятельность, это благодаря прекрасной организации, которая называется «Лига студентов Республики Татарстан». Вот, большое за это спасибо, она открыла очень большие возможности работы на фестивале, участия в фестивалях, ну, как-то так. Ну, молодцы, потому что все нужно ценить в свое время, да, ну, коли уж даже будет у меня такой совет, который дам первакам, это в том числе дерзайте, пусть вы будете не спать ночами, но нужно действительно все успевать. И в концерте поучаствовать, и поучиться, то есть взять по максимуму от студенческой жизни. Ну а сейчас я предлагаю сделать нам небольшой перерыв, после чего мы продолжим с нашими гостями говорить о российской студенческой весне. Мы вновь в студии, это ток-шоу «Твердый знак». Сегодня мы говорим о российской студенческой весне 2016. И я хочу перейти к все-таки делегации Татарстана, к хозяевам этого фестиваля в этом году. Ребята, расскажите об организации, с чем пришлось столкнуться, и обо всяких подводных камнях, которые вы пережили. Валерия Манжелеевская, руководитель пресс-центра фестиваля «Российской студенческой весны». Да, привет. На самом деле, от участия в качестве организатора в «Российской студенческой весне» я лично кайфую.
Вот просто так вышло, что на сцене я не стою, не выступаю, да, как-то я перестала заниматься творчеством в том плане, в каком ребята этим занимаются, но быть причастной к таким большим событиям — это просто необходимость для меня, поэтому каждый день я стараюсь приходить на разные площадки, стараюсь, у меня пресс-центр находится в деревне Рсяды, но я там почти никогда не бываю, потому что мне хочется быть там, где что-то происходит, да, смотреть, как вообще живет студенческая весна, смотреть, ходить за участниками, уши греть о том, как они разговаривают, о чем разговаривают, что их волнует, чтобы пытаться вникнуть во все то, что происходит как-то изнутри. Вот, это дико интересно, увлекательно, и для нас это тоже такой челлендж, отбор, да, чтобы попасть, быть организатором студ весны тоже не просто так, да, я пришел, вот, я классный, возьмите меня. Тут тоже надо пройти разные, как раз не подводные, конечно, камни, но определенные моменты есть, чтобы тебя одобрили, чтобы сказать, что ты классный, действительно, ты тоже достоин быть организатором студ весны. Ну вот, видимо, мы достойны, раз мы здесь сидим. Ну, Лера, расскажи немножко все равно, вот какими должен быть обладать качествами, навыками человек, который может действительно помочь и организовать вот такой крупный фестиваль? Вот хочу сказать, что все-таки ты студентка третьего курса, да, и вот как ты такая звездочка даже в нашем университете, не побоюсь этого сказать, и вот действительно принимала участие во многих крупных мероприятиях, помогала их организовывать. Что я поняла во время проведения фестиваля, самый главный навык — это уметь брать трубку всегда. Всегда. Ты где-то дома, в ванной, ты спишь, просто лежишь с температурой, с чем угодно. Ты должен быть всегда с телефона. У меня уши болят, потому что они очень сильно нагреваются от телефона. Но я вот поняла, нужно всегда быть на связи, всегда отвечать на все вопросы, даже если нет решения в данный момент, но всегда нужно быть открытым к тому, чтобы помочь каждому человеку, который обращается. И даже когда у меня подходит кто-то из участников, я только зашла на площадку, меня спрашивают, а как пройти туда-то? Я так сразу, ага, и сразу быстренько думаю, я тут первый раз, но сейчас ему попробую объяснить. Вот, то есть быть открытым и не абстрагироваться от всего того, что происходит. Не говоришь, что, типа, вот это моя зона ответственности, да, а это вообще не спрашивайте меня. Вот, мне кажется, это показывает, что ты не особо заинтересован. Вот быть заинтересованным в том, что вообще происходит вокруг, и открытым, общительным. Мне кажется, это самое главное. И трубку брать. Вот. Я стараюсь. Ну, хочу сдать слово тоже Искандеру Уликаеву и Нине Читая, создатели и ведущие официальных дневников «Студ весны». Ребята, расскажите, какая «Студ весна» вообще вашими... Да. Какая она «Студ весна» вообще вашими глазами, потому что вы, знаю, там ночами сидите и монтируете весь свой материал, тоже пытаетесь найти самые интересные вкусные моменты. Хотел бы рассказать небольшой интересный случай. Мне, наверное, журналисты только поймут того, что когда делаешь одно и то же на протяжении очень долгого времени, то есть, ну вот мы снимаем дневники уже второй год, и в том году в Владивостоке мы снимаем дневники, и снимаем дневники городские, то есть наших казанских вузов и республиканской студенческой весны, это, ну, несмотря на то, что это очень яркие события, со временем все-таки появляется некая усталость, какая-то вот, может быть, творческий кризис, какая-то бытовушка, что ли. И когда... Когда был первый день нашей студенческой российской весны в Казани, где он был, спросите вы? А я вам скажу, у Кремля мы встречались. И я вот туда шел, понимая, что мне нужно делать хороший, качественный контент, то есть улыбаться, я не знаю, задавать какие-то интересные очень вопросы, общение и так далее. Но, тем не менее, настроение мое было немножечко другим. То есть все-таки был такой какой-то более зажатый, грустный настрой. Но! Первые люди, к которым я подошел, собственно, с интервью, и зарядили просто нереальной энергией, и первый выпуск, он получился по мне очень клевым, очень крутым, и то есть была такая вот как энергетика. Считаете, вы посмотрите обязательно, ребят, смотрите. Лайки, репосты. Да, наши видео, пользуюсь случаем, наши видео мы выкладываем в официальную группу «Дневники», их постоянно выкладывают в группу «Российской студенческой весны», «Лиги студентов», «Студ весны республики» и так далее. Смотрите, ребят, ставьте лайки, у нас, без шуток, 82 подписчика на Ютубе. Как бы... На дороге-то не валяемся. Вы чувствуете, что вот, они для того нас приглашают, чтобы энергией нашей питаться? Вот да, на самом деле очень круто, я считаю, быть... Вот я был на этой студенческой весне во второй раз, то есть первый раз я был в Казани в 2009 году работал, а в этом году я уже в качестве такой больше творческой единицы, потому что если раньше мы принимали участие непосредственно в организации, это было все-таки тяжело, ну это и сейчас тяжело, но вот когда ты один,
я имею в виду, что не в конкретно в оргкомитете, а вот как-то решаешь сам, куда тебе пойти, решаешь сам, что тебе снимать, как сделать круче, это, конечно, нереально, потому что это, блин, это вообще кайф, и получаешь от этого большое-большое удовольствие. Да, и очень круто, что наша работа состоит в том, чтобы мы дарили настроение людям, то есть, как Вера сказала, это в кайф заниматься тем, чем тебе нравится. Это классно. Искандер, а вот ты говоришь, что был на прошлой студии «Снега», который тоже проходил в Казани. Расскажи вообще, вот наш рост, возможно, заметен? Конечно, да. Конечно, да. А, прошло уже, получается, 7 лет. То есть 7 лет прошло с предыдущей студенческой весны. А, тогда я тоже смотрел на нее через призму участника. Тогда я только вот был первокурсником, то есть попал сразу же в штаб. То есть я здесь в Униксе работал на хореографии. И для меня и тогда это было очень круто, потому что это был один из первых таких фестивалей, который я видел своими глазами, огромное количество творчества, потому что я закончил творческий вуз, и для меня было ощущение, что творческие люди, они все-таки только в моем вузе. А как только началась российская студенческая весна, да, я, ну, обалдел, да, это было очень круто, я очень часто находился за кулисами, очень часто смотрел, увлекался, да. Очень большой рост, на самом деле, очень большой рост и в организации, и в плане каких-то новшеств, взять те же, вот, которые принципиально в этом году только именно в Казани ввелись некоторые понятия, такие как послы студенческой весны, наша ток-шоу студия весны, также да, те вот же самые дневники, которые мы второй год снимаем. Проект «Команда 2016» был, когда набирался, да. Все это принципиально новые для российской студенческой весны какие-то проекты, которые вот, ну, очень круто, что... Ну, нашли свое место. Нашли свое место, и, ну, клево, что от нас как бы это исходит. Это было бы круто, если бы это было от кого-то другого, но круто, что от кого-то другого исходит что-то другое. Хорошо. Мне интересно теперь у ребят, у участников спросить вообще, вот уже прошло уже третий день как бы фестиваля, что вам больше всего понравилось? Наверняка вы ходили, смотрели своих конкурентов и в том числе болели за своих. Угу. Всем здравствуйте, меня зовут Агея Ивановна, представляю Краснодарский край, танцевальное направление, и я руководитель танцевального коллектива Dance Code. Что меня впечатлило, наверное, сразу, когда ты въезжаешь в Казань после двух дней в пути, безумная усталость, и ты заезжаешь, и поражает меня, честно, архитектура Казани. И то, что везде, на каждом углу ты видишь российская студенческая весна, и ты понимаешь масштаб. Организация на высшем уровне, я хотела сказать большое вам спасибо, потому что ты попадаешь на действительно профессиональное событие, ты растешь, ты понимаешь, насколько это круто оказаться здесь. И меня именно впечатлила вот это, именно организация. Спасибо большое. Меня зовут Женя, участница коллектива «Красные бусы», Хабаровский край. Вот вы спросили о конкурентах, что понравилось, что не понравилось. Конкуренции вообще не чувствуется, ну, на мой взгляд. Но я не имею в виду, что кто-то клевый, а остальные стрёмные, простите. Я про то, что все настолько дружны между собой, и чувствуется такое тепло от других коллективов. Вот мы переодеваемся вместе, мы репетируем где-то поблизости вместе, и вообще нет такого, что «ах, ты сейчас то же самое будешь петь». Такого вообще нет, и все очень... Все очень полемичные, понимающие, и прям вот поэтому это мне очень нравится. Нравится, что в силу того, что все занимаются одним и тем же творчеством, неважно, вокальным, танцевальным направлением, все одинаково прекрасны. Ой. Да. А что тебе вообще запомнилось больше всего? Даже, может быть, в Казани. Вообще первый раз здесь? В Казани, да, первый раз. Ну, расскажите, что успели хотя бы посетить? К сожалению, немного, потому что дни очень достаточно плотная занятость у нас. И нам очень понравилось, ну, мне безумно, думаю, что мои коллеги тоже со мной согласятся. Город очень красивый, соглашусь, да. Очень зеленый и, я не знаю, как это, цветной. Очень много цветов у вас, ярких красок, и фотографии можно не применять, фильтров, вот, ей-богу. Я даже думаю, надо ли, не надо. И они все такие красивые, яркие, сочные. Количество моих фотографий в Инстаграме увеличилось просто в 3 раза. Подписывайтесь, Долли Грин. Вы там хэштеги-то ставите, да? Да, конечно, хэштеги. Активно стараемся участвовать в конкурсах РСВ или Лиги студентов, которые там дарят каждый день подарочки. Пока еще, к сожалению, ничего не получили, но ничего страшного. Но Хабаровск уже получил, кстати. А, да, Хабаровский край, да, получила у нас девочка за яркую фотографию.
Вот, да, город яркий, город сочный, город классный, прекрасный. Вот думаем, может быть, выбросить билеты на обратный путь и остаться здесь. Очень нравится. Кстати, нас зовут. Если что, жилплощадь имеется, девчонки. Вы такие гостеприимные. Вот хочется сказать, что вы очень гостеприимные, потому что нас уже даже люди, просто прохожие, смотрят такой бейджик. Так, это что? А, студенческая весна. Так оставайтесь у нас! То есть просто сразу оставайтесь у нас жить. Посмотрите, какие у нас, какая у нас красота. Парня сразу найдем. Я, господи, думаю, сбылась моя мечта. Приехала в город, куда хотела приехать. Спасибо вам за гостеприимство. На самом деле, да, вот мы удивились сразу. Мы только въехали в Казань, а нам люди сразу начали помогать. Буквально вот как пройти там до такого-то места, как прийти сюда. И действительно, вот можно подойти к абсолютно любому человеку, и он тебе, даже если он куда-то спешит, если он торопится, у него куча дел, и вообще там, не знаю, жена дома рожает, ты можешь у него спросить, и он тебе обязательно ответит, остановится, еще и проводит, спросит, нормально ли добралась и тому подобное. Очень приятно, неожиданно, и ну, это очень круто. Вы знаете, мы час назад буквально были на экскурсии, и издалека увидели, если не ошибаюсь, дворец земледельца, который представляет собой Министерство сельского хозяйства. Вот говорят, что Краснодарский край – это аграрный край. Так вот, я бы хотел сказать, что поскромнее могло бы быть министерство. Вот, я прям даже был очень удивлен, что действительно это дворец, и прямо скажем, видимо, земледелие процветает в Татарстане так, как не процветало никогда. Что просто вот. Тщательно скрывает у нас это. Да, вот, ну, видимо, вам лучше знать. Вот, ну, была на самом деле действительно очень, очень интересная архитектура, очень много, конечно, эклектики и такое вот интересное сочетание современности и традиционной архитектуры. И большое спасибо за то, что дали нам такую уникальную возможность побывать здесь, почувствовать и регион, и людей. И я очень надеюсь, что Татарстан не выиграет в этом году еще раз возможность проведения, только для того, чтобы... Еще раз только для давай. Того, чтобы, да, только для того, чтобы дать кому-то еще эту возможность, но обязательно через год обязательно вернуться сюда. Чтобы монеты увидеть изменения, которые постоянно, надеюсь, происходят в городе и в регионе. Ну, чемпионат следующим событием у нас, по-моему, да? По футболу. Вот, welcome to Казань. Я вот тоже хотела сказать как раз-таки про вот этот вот дворец. Мы шли, мы искали дерево. Мы просто шли на дерево. Мы увидели в Инстаграме фотографию. Ну, блин, какое-то дерево классное, такое зеленое, с подсветочками. Ну, дерево и дерево. И просто, когда мы действительно увидели этот дворец, и вот мы, ничего себе, вот это просто пришли дерево посмотреть. Если честно, удивительная набережная, очень красиво. Мы прошли до конца набережной, как раз таки, ну, вот по этой же стороне, поднялись наверх и просто увидели такую красивейшую панораму, просто светящуюся Казань, река, это просто действительно, вот правда, невероятно красиво. Мы очень рады, что вы оценили по достоинству, и, конечно же, ждем вас вновь и вновь в нашем регионе, в Татарстане. Приезжайте. Вот. Ну, наверняка вы уже нашли себе много друзей. Кстати, вот тоже интересно узнать, с какими регионами у вас тоже какая-то естественная связь возможна, что даже если из года в год вы едете на всероссийскую студенческую весну и ждете, гей, там, Ханты-Мансийск или еще что-то там, друзьяшки. Потому что многие же приезжают и как раз-таки, чтобы увидеться с друзьями из далеких-далеких краев. Вот, расскажите, кто ваши друзья вообще, какие регионы? Ну, вообще, вот, было очень круто, когда мы шли по улице на шествие, и с другой стороны, получается, мне кричат «Кристина!» Я оборачиваюсь, думаю, господи, кто это, может быть, послышалось? А это наши друзья из Саратова, из SM Production, Мурат и Маша. Вот, и это было очень приятно. Помахай привет, да? Да, привет, Мурат и Маша. Вот, это было очень приятно. Потом вчера я целый день провела на вот в Униксе, на театральном направлении, на танцевальном направлении, и ко мне подошло несколько человек, и они говорят, ну ты помнишь меня, да, ну я же вот я, ну мы с тобой на медиапространстве вместе были в Казани, я такая, да, точно. Бейджик покажи, да, точно, или, да. Ой, что вот. У тебя там написано? А потом я уже такая подхожу к различным людям и говорю, блин, ну может быть мы с тобой где-то вместе были, потому что вот мне кажется, что ну вот точно, они говорят, нет. Ну и вот, вот это вот ощущение, то, что ты здесь постоянно можешь кого-то встретить, оно тебя не покидает. И, ну, то есть это и какие-то твои друзья, знакомые из других регионов, и какие-то твои новые знакомые. То есть, например, ты знакомишься с кем-то вчера, а сегодня он тебе уже говорит привет. Ну вот клёво, да?
интересная особенность тут весны. У каждого региона есть кричалки. И приезжая потом в Хабаровск, мы еще, не знаю, сидя на парах, вспоминаем Владивосток, Ток или там, не знаю, Ханты-Мансийский. А, о, простите, ну просто очень-очень запоминающийся такой вот, поднимающий, поднимает очень дух так. И больше всего мы любим наших соседей. Это Владивосток. Вот, передаем привет, Тверь. Приморский край. Тверь вы любите очень. А, что? Тверь вы любите. Мы всех очень любим, но просто, да, я говорю о том, что Владивосток наши соседи, и мы вот часто с ними пересекаемся на студвёснах, болеем тоже за них искренне, ну, потому что они наши ближайшие соседи. Вот. Я тоже хотела сказать, я услышала слово медиапространство, у меня прям на сердце стало тепло. Просто я как раз была руководителем этого проекта, и к нам приехали ребята-журналисты со всей России, можно сказать, да, и удивительно, что я прихожу на площадку, вижу ребят, которые работают по журналистике, и я вижу очень много знакомых лиц, и это очень приятно, потому что ты смотришь уже, и кажется, что все свои, все родные. У нас даже команда медиа-центра такая межрегиональная, ребята из Фри-ТВ, да, из Хабаровска работают, из Москвы, из Твери, то есть откуда только нет, да, и мы бок о бок сидим, работаем, как будто мы знакомы 100 лет, просто потому что за эти несколько дней что только не происходит, да, какие-то проблемы, которые ты вместе решаешь, и ты уже, ощущение, что так всегда и вы работали с этими людьми, и кажется, что расстояние вас нисколько не разделяет, и это очень приятно, потому что вот эта студенческая движуха, она, оказывается, всероссийская. И очень классно видеть тех же классных, таких зажигательных людей. И с каждым годом становится все больше знакомых, которые для тебя уже становятся какими-то родными, важными людьми. Это супер, да? Когда в одном месте действительно объединяются вся молодежь, все активисты, люди, которым движут одни и те же эмоции, чувства и настроения, которые пытаются от студенчества взять все по максимуму. И давайте в конце попробуем спеть, может быть, кто знает, гимн российской студенческой весны. Давно я не позорился, ребят. В общем, запевай, Искандер. Эта песня, она была уже была гимном студенческой весны 2009 года в Казани. У нас и у республики есть свой гимн, но... Давайте, ну, ребят... А я не помню. Начинай! Хорошо идет. А, в ритме студ весны вместе я и ты, с нами вся страна. Это студ весна. Вот на такой мажорной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Большое спасибо вам, друзья, то, что пришли. Это ток-шоу для вас вели Виктория Новикова и я, Роман Полинсков. Удачи, всего доброго, увидимся, пока, присоединяйся к студенческой весне.